Друзья, всем привет! Спасибо, что зашел ко мне на канал. Будем смотреть очередную серию The Last of Us Part 2. Вот, в прошлой серии оставили своих друзей позади в безопасном месте. И теперь я продвигаюсь к больнице. Там, по-моему, должна сидеть очередной персонаж, которого мы должны прибить. Вот. Давайте продолжим. Что затягивать-то надолго? Так. Это все нам надо. Хватаем это. Нет. Подожди. Странно, почему оно не сохранилось? Ведь я это все уже брал. Это все я тоже читал. Да. Залутаемся. Ну, ладно, ничего страшного. Залутаемся еще раз. Места нету. Неужели в этом огромном рюкзаке нету места для патрончиков? Странно. Вообще, по-хорошему, нужно найти какой-нибудь верстак и попробовать улучшить свой магазин, винтовку. А пока... Да нет, все у меня тут есть. А, хер там. Не хватает. Ни на что не хватает. Ну ладно, ничего страшного. Нет. Спущусь, пожалуй. Вот здесь спущусь. Вставай. Вперед. Все, ловить нам тут больше нечего. Долго я здесь проходил. Кто смотрел, тот знает. А кто не знает, советую все посмотреть правильно. Прошлую серию. В этом... Вот здесь куча зараженных. Как бы мне сюда пробраться? По-тихому. Я вот еще не могу сообразить, не получается у меня. Можно разбить окно. Можно... Закрыто. Можно сюда зайти, попытаться. Вот здесь. Тоже закрыто. Магазин закрыт. Или не магазин, что это такое, непонятно. Но мне определенно туда нужно попасть. Не знаю зачем. Не знаю почему. Глядь! Кто там проскочил? Нету места. Нету места. Я не вижу больше другого выхода, чем как разбить окно. Да. Ну, по-другому как еще? Я не знаю. Попробую разбить, посмотрю, что получится. Конечно же, они услышали, но не увидели. Много их там очень. Интересно, получится по стелсу все это сделать?
одна выскочила. Уже хорошо. Уже неплохо. Блин. Да ладно, блин, чё, блин, нормально все. Все хорошо. Тут прям очень много. Многие из них, вот эти вот слепыши, бля. Слепыши. Да, это от них больше шума. Главное, чтобы он не повернулся. Почти успел. Я обязательно тут полутаюсь, только когда я закончу с ними. Наверное, это сотрудники кафе и посетители. Есть такое подозрение у меня. Давай, отвернись, отвернись. Да, в принципе, не так уж их тут и много. Проверю еще своим орлиным зрением. Твою мать. Да ладно ты, не ругайся, все нормально. Закончили. Вот и все. Да? Патроны. Даже стрелять не пришлось. Опа. Так. Это что? Что это такое тут у нас? Айзик. Как? Любопытно. Очень даже. Ну, тут все. Тут есть что, нет ничего. Кухню проверю. Может что, да, отлично. Вот на кухне. Всякие штуки, приколюки. Лежат. И все. И локация зачищена. Ну хорошо. Идем дальше. Вот здесь есть. Могу я тут? Ага. Нет. Здесь нельзя. Вот еще домик интересный. Попробую сюда зайти. Никак. Естественно. О. Посмотрим, что у них тут. Посмотрим.
конечно, посмотрим. Мы тут все посмотрим. Попробую все посмотреть. Да вроде пусто. Ахуй. Сигналка. Что? А, это сигнализация. Поэтому что? Правильно, здесь кто-то может быть. Надо очень быть аккуратным. Я открою сразу дверку, чтобы было, если что, убегать проще. Вообще, что это такое? Куда я попал? Наверное, отель какой-то. Похоже. Вообще складывается впечатление, что здесь никого нету. Зараза. Очень жаль. Очень жаль. Но я могу обойти это дело. Вроде тихо. Вроде никого нет. Да тут жить можно, ребята. Ну, реально. Пойду сразу окно разобью. Попробую разбить окно и проберусь. Давай, давай, не падай. То ли квартиры, то ли отель. А, квартиры просто. Обычные. Ага, сейф. Значит, где-то здесь должна быть подсказка к этому сейфу. Читать. Медосмотр. 30-летие. Эвакуация. Это может быть шифр, кстати. Октябрь 2013 года. 04-10-13. Попробую. А, вот еще что-то открывается. Опа. Ноль четыре, 10, 13. Нет. Хорошо. Ноль восемь, 10, 13. Восемь, 10, 13. Не вышло. Не вышло. Ну и последняя дата. Дата эвакуации. 24-10-13. Двадцать четыре,
10. 13. Не вышло. Не вышло. Черт его знает. Ну, странно, вообще-то здесь вообще должны быть как бы подсказки к этому всему. Может быть. Может быть. А. Так. Я собрала вещи, но эти люди из Федра уже начали грузить всех на автобусы. А ты откуда? Ты куда-то подевался. На всякий случай я спрятала кое-что в своих, из своих вещей в сейфе. Все это очень... Код по-прежнему дата нашей свадьбы. Напомню, это было 30 лет назад. Ты ведь не забыл, правда? Скорого. Так. 30 лет назад. Дата нашей свадьбы. 30 лет назад. Стоп, там что-то есть? Лежит? Нет. Да, но взять я не могу. 30 лет назад. Дата нашей свадьбы. 30 лет назад. Вот это. 08-10. Опа. Вот так вот, отлично. Видите как. Кое-что положила, спасибо. Да, ну, чудесно. Ну, наверное, здесь просто мы полутаемся, просто походим. Могли бы, кстати, и монстров каких-нибудь сюда положить. Места нету. А вот верстак, кстати. А вот верстачок. Да, в городе еще полно припасов. Конечно. Нет, это не отель. Квартира. Ну что ж, могу я тут что-нибудь улучшить? Да и мы не вернемся, понятно? Отпусти меня! Вот это да. Порядок. Черт! Черт у Айзека! Вот это приходы! Отстрелялась! Берем! Да беги же, родная! Больные, что ли? Реально, придурки, я вас не трогал. Идиота кусок. Надо хатку закрывать. Это что у нас?
это нам надо. Надо будет ознакомиться. Все-таки здесь кто-то был, да? Сидел. Я похожа на псину. Не проверил. Все комнаты надо было проверять, а я не проверил. Ладно, продолжим. Что у нас тут? Емкость. Вот. Вот. Магазин плюс 3. 50. Ох, дорого, слушайте. Тоже 50. Лук. Что можно с луком сделать? Скорость натяжения. О, вот это нам надо. Угу. Стой, стой, не туда нажал. Да ты не туда нажал. А, еще. Что здесь осталось? Да, походу, делаю все, не могу и ничего. В итоге я сделал то, что не особо как бы и хотел. Ладно. Изготовление разрывных стрел. Ну, я пока не нуждаюсь в разрывных стрелах. Улучшенные аптечки. Отлично. Закончились. Все, ловить здесь больше нечего. Надо уходить. Надо быть осторожней. Ага. Там нет, там, там все. Разрывные стрелы, а ну-ка. Потом буду проверять. Оно ж, сука, все на вес золота. Все эти дела. Ну, скорее всего, сейчас тут закрыто будет. Да. Черт. Надо туда попасть. Здесь закрыто. Ладно.
Это стоит тут не просто так. Скользкий пандус. Ну, естественно, конечно. Мусорные баки не ставить. Черт. Загадка очередная, да? Ну, здесь никак. А может быть, это как-нибудь может нам пригодиться? Нет. Нет. Нифига. Нет. Надо что-то придумать с этим ящиком. Здесь можно залезть. А нафига? Зачем стоять открытой? Загадка. Мне нужно вытащить мусорный ящик и поставить его вот здесь. Каким только, блядь, образом. Он каким-то образом господи, скользкий пандус, я понял. Немножко застрял я здесь, теперь я чувствую. Больше ничего взять нельзя. Сюда она залезть не может. Что это за... Оно взрывается? Взрывается. По крайней мере, взрывалась точно. Когда-то, наверное. Здесь она вряд ли проедет.
же быть, а? Как же быть? Как же мне это победить? Скользкий пандус. Встань ты. А может здесь как-нибудь надо забраться туда? Вон там какая-то бутылка лежит. Нашел. Сюда-то можно было забраться, оказывается. Ну, собственно говоря, я и забрался. И все. Наверное, надо эту тему как-то пододвинуть сюда. Может, ее как-то можно запитать. Ладно, что дальше? Игра понимает, что я туплю. Прокатился через ворота, да? Я и сам как бы могу это... перетащить. Вот что с этой херней делать? Ворота постоянно закрываются. Надо же, получилось, действительно. Ты молодец, Элли. Ребята, ну это лайк, да? Я догадался, как это сделать. Догадался. Медленно, но верно приближаемся к своей цели. Почти. Вот эта больница. Черт. Я думала, я ближе. Да, да я тоже. Я тоже думал, что она ближе. На самом деле оказалось все не так уж и радостно.
Очередная локация для лутания. Может быть, здесь даже кто-то будет, например, зараженные какие-нибудь. Здесь ничего нет. Надо спуститься вниз. Как-то не очень хочется падать. Молодец. Вообще, что это за здание такое? Так, ясно. А зачем ты достала? Зачем ты ружье достала? Ладно, давай откроем. Обязательно схожу. Сначала более детально, более подробно посмотрю все вокруг здесь. Кстати, такие... Не. Мне показалось, что их можно разбить. Телефонная будка. Фёдра. Опа. Что еще тут осталось? Нету места. Открывайся. Идешь, что ли? Ну, видимо, да. Ладно, погнали. Порик у нас наполовину закончился, кстати. Темное место, конечно же, здесь кто-то будет. Конечно же. Без этого никак. Вонища какая. Мертвецы. Кто не нападет на меня сзади, надеюсь. Сраный пес, так тебе и надо. Ох, черт. Вашу мать. Ну нету. Сейчас, наверное, будет заскриптованная сцена. Мне кажется. Это какой-то странный. Взял, убежал. А чё убежал? Зачем убежал? Офис. Это офисное здание. Так, отсюда я пришел. Музыка.
Да, паршиво. Угу. Ну тут что-то лежит. Как они тебя? Задудонили. Боюсь представить. Наверное, сейчас мне представят каких-то новых монстров. Новых зараженных, которые более умные, что ли. Хотя... вряд ли. И куда он исчез? Я дико извиняюсь. Замечательно. Простите. Простите, а куда он ускакал? А, вот сюда. Сталкеры. Сталкеры. Черт. Это умные твари. Надо отсюда выбираться. Надо было сюда не заходить нахер. Чтоб отсюда не выбираться. Почему я их не вижу? Вообще не слышно. Суки, бля. Значит, меня тоже не должно быть слышно. Черт, как мне выбраться? Я не переживай. Сейчас выберемся. Наверное. Все на... наглая морда, она респиратора не одевает уже. Сталкеров не видно. Вон оно, блядь. Бежала. Тут ничего? Тут ничего. С этими сталкерами. Да. Они очень тихо передвигаются. Могут напасть из-за угла. Их надо всех убить. И он, кажется, видит. Ты гляди. Да, это бесполезно, мне кажется. Да, кто-то еще есть. Там несколько было, 3, по-моему. На сталкерах это вообще... Где же он может быть? Где ты, сволочь? Где ты? Где ты? Я тебя слышу. Вон он. Остался. Подраночек. А ты подраночек. Иди сюда. Где ж ты, сука? Вот он. А вот он.
сталкер. А еще есть интересно? Да-да-да-да-да, есть. Короче, ладно. А я понял. Тут их много будет. Так, откуда я пришел? Вот отсюда. Давайте сразу буду лутаться. Если что, найду. По ходу дела тут я ничего не найду. Ничего тут и нету. По-моему, и не было. Вот какой-то ящик у нас. Места нет. И сделать тоже ничего не могу. Все на месте у меня. Вот ящик еще. Еще одного слышу. Я слышу еще одного. Так. Где ты? Дыра какая-то. Хер его знает. Иду на звук. Я иду на звук. Нету. А где же ты? Приготовила стрелу. Я ж прям отчетливо слышал его. Я думал, он здесь где-то. Нет. Ну, по правую руку его нету. Ладно, хорошо. Значит, он где-то там. Вон он. Вот еще один. А вон там еще один. А стрелы-то мои закончились, ребята. Ой, нет, 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 нет. Разрывными нет. Бляха-муха, и тут очень много прям. Очень много их здесь. О, это какой-то дата-центр. Это серверная. Сталкеры. А это айтишники, да, наверное? Системные администраторы и эти программисты. Да. Наверное.
Стелс не получился. Но, по ходу дела, это и все, наверное. Больше тут никого не будет, мне кажется. Да? По крайней мере, я на это надеюсь. Тут эти айтишники кушали. Да. Ну что, ребят, куда дальше-то идти-то? Карты нет у меня нихера. Сюда, наверное. Дождь идет. Туда мне. Уже недалеко. Хорошо. Это так мне, чтобы я не потерялся. Показывают. Здесь я не пройду. По ходу дела надо будет прыгать. Да? Ну да, надо да будет прыгать. О, отлично. Молодец. А сюда ли мне? Нет. Сюда на улицу не попасть. Что там? Мне надо назад. Городская река. Да, супер. Так, спущусь на улицу. Ага. Обязательно. Обязательно спущусь. А у меня никакой нету, не думаю. О! Слушайте, ну отлично, отлично. Их тут раз, два, три. Может быть, даже это обычные какие-то. А, нет. Как их там? Пердуны, щелкуны там. Еще как-нибудь. Нечем лутаться. Ёб твою мать. А он слепой тоже, да? Он слепой. Жалко, стрела сломалась. Короче, одни эти сталкеры. Нет, походу. Нет, не одни. Там еще такие обычные. Щелкуны, пердуны, там еще кто. Пойдем. Надо уже и серию заканчивать, кстати. Уже почти час прошел. Должен же где-то быть выход. Все будет. Не переживай.
Все будет хорошо. Сейчас найдем и выходы, и входы, и приходы. Сейчас все будет. Давай! Да ядрёна вошь! Цепись от меня! Попали мы в какую-то канализацию, блядь. К черепашкам-ниндзя. Сраный Сиэтл. Сраный Сиэтл. Да, такой вот уж он сраный Сиэтл. Ну что, на этой умопомрачительной ноте буду с вами прощаться. Ребята, проходим по описанию. Там будут разные ссылочки. Всем, кто посмотрел, спасибо большое. Кто поставил лайкосик и написал что-то в комментариях, подписываемся на канал, не стесняемся. С вами был Хоттабыч, игра The Last of Us Part 2. Всего хорошего, пока-пока.